Великая китайская стена – это крупнейший памятник архитектуры не только в Китае, но и во всем мире. У стены было несколько предназначений. Во-первых, она должна была служить крайней северной линией возможной экспансии самих китайцев, дабы подданные не имели возможности перейти к кочевому образу жизни. А во-вторых, Китайская империя таким образом защищалась от нападения гуннов. Что касается самого процесса возведения, то по официальным данным при строительстве погибли как минимум десятки тысяч человек. Поэтому была ли китайская стена предназначена для самих жителей империи или все же против, остается открытым. Римский Колизей. При виде этого строения попросту перехватывает дух. Оно до того огромное, что его размеры не могут не поражать. А потому становится понятно, амфитеатр Флавия действительно является новым чудом света. Однако история его появления еще более жестокая, чем у китайской стены. В день открытия амфитеатра, а это произошло в 80-м году нашей эры, на арене погибло более 2000 гладиаторов и было убито около 5000 животных. Средневековые развлечения славили своей жестокостью. Вообще, Римский Колизей на протяжении почти 400 лет служил для римлян и гостей города своеобразным развлекательным центром, где с раннего утра и до захода солнца проводились соревнования. Мачу-Пикчу – город таинственно исчезнувших инков. Цивилизация находится в Перу, на вершине 2500 метров. О существовании Мачу-Пикчу мы узнали только в 1911 году. Тогда ученые из Ельского университета выяснили, что в этой местности никто не живет уже более 400 лет. Из мировой истории известно только то, что на жителей этой цивилизации некогда пытались напасть испанские конкистадоры, однако им это не удалось. Ведь стратегически Мачу-Пикчу был выстроен просто идеально. До города трудно добраться, а захватить невозможно в силу сложных горных рельефов. Отсюда можно сделать вывод. Кто бы ни населял эту живописную и сложно сконструированную цивилизацию, эти люди были крайне умны. Петра – древний набатейский город, заложенный 4000 лет назад. Возникновение поселения в таком труднодоступном месте стало возможным благодаря умению набатейцев контролировать поступление воды. Ведь, по сути, Петра – это не что иное, как искусственный оазис. В этой области часто случаются ливни, и набатейцы с успехом контролировали их, используя дамбы, цистерны и акведуки, что позволяло им не только переживать долгие периоды засухи, но и успешно торговать водой. Кроме того, набатейцы искусно обрабатывали камень. Выбор такой местности объясняется тем, что город располагался на перекрестке двух важнейших торговых путей. Один соединял Красное море с Дамаском, другой – Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Поэтому экономическое состояние набатейцев всегда было стабильным. Тадж-Махал, конечно, тоже вошел в список новых чудес света. Это выдающийся памятник любви, возведенный в честь любимой жены индийского императора Мумтаз-Махал. Тысячи ремесленников, мастеров и архитекторов трудились над его созданием больше 20 лет. Внутри мавзолея находятся две гробницы – Шаха и его жены.